куда это убирать? Возле каждого вот, куча снега. Куда их девать? Сделано. Вот у нас мастер стоит рядом, можете его показать. Он делает, Анатолий собирает, вот это вот наш мужчина, собирает все эти предметы. Это все четко здесь. Делает электрику, вот, берет арматуру, все чистит. Все. Посмотрите, какую он красавицу вот эту сделал люстру. Видите, какая шикарная, это с хрусталем, с чешским. Вот такая вот красавица. Вот еще вот такие люстры, электрику все делает. Вот гжель. Рядышком с вами тоже все хрусталь, пожалуйста. Видите, какой разный дизайн. У нас здесь немножечко, правда, в пыли. А вот коридорные. Да, вот коридорные люстрочки. Давайте мы вот коридорные. Уберем. Маленькие такие коридорные. Здесь еще вот такой новогодний такой. Помните, у нас были такие, как они, фонарики новогодние. Угу. Вот здесь так сделано. Очень много у нас брали. У нас это новогодние. И в рестораны уезжают, и к себе домой, там дома строят. Вот такую большую люстрочку, видите, бронзовая. Тоже сделал, какая красавица. Такая Элеонора. Это латунь. Да, это латунь. Почем Элеонора? Так, сколько это 150. Так, Элеонора 10. Сколько салфеточка? А, это 150 рублей. Вот такая. Потом, вот, посмотрите, какие он красавицы. Вот Симона. А вот там была Симона, Моника, а это Симона. Вот люстрочка. Здесь там нет. Вот здесь, по-моему, Толя, вот здесь, по-моему, уже отпала. Вот глянь, видишь, уже нету. Толь, посмотри, видишь, ага, это здесь так, надо посмотреть. Так, сейчас. Ну да, 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 да. Вот да. У нас такая Санта висит. Три бусинки. Красавица. Да, три бусинки надо. Три бусинки надо. Такая Санта, видите, он собрал. Ну это. Ой, а какую он собрал для жены, красавица. Я привезу. Ой, с виноградом. Ой, с голубым. Потом жена говорит, ладно, мне по хрустальной там без, белым тоже. А с голубым повесили Толя в большую комнату. А на кухне гжель с зеленым, синим виноградом. Ну, это что-то просто с чем-то. Понимаете, это просто, ну, какие-то они царские такие. Ну, эти недорого стоят. Ну, хотя, видите, вот хрусталинки, все это настоящее. Они переливаются, блестят, преломляются. Это все вот латунь. Это хрусталь, хрусталь. Это сколько? Это латунь. Сколько стоит? А, это 5000. Это хрусталь, все. Сколько полный стоит, хрусталь. Говорит Толь? Полный, полный хрусталь. 5, ну можно 4. Это дороже? Так же. Так же, наверное. Можно 4, ну варьируется так. Вот. Такие значочки. Вот такие вот вазы. Вот такая ладья. Здесь бронза. Ну, здесь комплектующие детали. Не обязательно. Они могут быть латунные, могут быть. Просто комплектующие, какие есть. Вот из каких есть деталей. Все это собирается. Внутри просверливается отверстие алмазным сверлом. Классно. И вот вставлять. Можно хрусталь, можно стекло. Вот, пожалуйста, тоже. Такие, видите, вазочки стоят. Вот. Вот подсвечник также собирается. Вот 80-летний мужчина. Чтобы занять себя и сделать красоты людям, пожалуйста, вот такие вот мы предметы продаем. Можно даже и подешевле что-то, это же не обязательно такие цены. Но тем какую-то не менее... мы еще не показали, вы говорили. А? Какую-то не показали, какая-то как-то называлась, вначале мы пропустили. А, да вот они пока, мы смотрели, вот это она, смотрели. Санта и Моника. Вон, они нет, они чуть-чуть, ну, они похожи, но они чуть-чуть. Я получу, я подожди, у нас репортаж, Вик. Мне какая разница, да? Три бусинки я принесу. Да. Так что вот еще всякие вазочки, сейчас тут это, видите? Вот такие вот, смотрите. Видите, у нас все снегу. Я сразу туда подошла. Вот такая вот, такие красоты. Ну, а много вот что. Стоит вон, видите, ну здесь припрятано. Угу. Там большие. Ну, это надо доставать, чтобы смотреть. Толя у нас занимается тем, что, допустим, если скол на вазе, он берет и все эти сколы убирает. Приводит. То есть, понимаете, оживляет вещь, предмет. Если он летит в помойку или выбрасывает много вещей, то Анатолий можно срезать, допустим, или как-то. То есть он облагораживает, ну уже, конечно, немножко может другая цена. Может быть, скол у какой-то дорогой вазы или у, это самое, как он там был, графин. Да, бывает. Все, бывает, да, вот он делает, срезает, все это реставрирует. И, пожалуйста, 80 лет человеку, видите, как? Какие у нас самородки.
Это не то, что там, понимаешь ли? Вот. Да. Если что, обращайтесь, друзья. Да. А вот у нас были картины, я писала картину, сейчас пока нету, так что вы приедете, я потом, может быть, угу. У нас уже все раскупили, поэтому вот такую зимнюю пору. Ладно, Ируша. Давайте. Электричка все. У меня...